she can see everything now. She doesn't understand it's not a chance to buy. She's tied down, she'll try to take off. Sometimes we'll get you every time. We just got through our tight one. Where's my friend? Good, how you feeling? Is it red? What, grab, you grab under? Does it work? No. For us, this is the greatest picture in UFC history. I teach you, brother. I gotta learn. This is new. The pound for pound, number one fighter in the UFC, Abu Dhabi. Please welcome Islam Makhachev. Let's keep that going. It's not here yet. Thank you very much. Welcome, Islam. Good to see you, brother. Please take a seat over here, just to the side of your shiny gold belt. Люди не дают Белялу насладиться его поясом. Он только выиграл пояс, его уже прессингует вопрос. Шавкат ждет, да? Ну, Шавкат, я думаю, с Белялом будет следующими драться. Это будет хороший бой. Так что у Беляла есть своя работа в его весе. У меня есть своя работа в моем весе. Все, спасибо. Все, удачи. Victoria Dudakova taking on Sam Hughes. Вот сейчас в комментариях под взвешиванием, знаешь, один из самых популярных комментариев, всем людям очень зашло, что ты вышла с флагом. А расскажи, почему с флагом решила выйти? Потому что я из России, как я могла без флага выйти? Из-за этого и вышла. И на бой выйду с флагом. А ты чувствуешь вот эту поддержку? То есть, не знаю, может, тебе в личку пишут как раз по этой теме большую часть? Конечно, мне очень пишут много болельщиков из России, болеют за меня. Конечно, мне очень приятно. Я сегодня сидел с ребятами из России, и они, на самом деле, очень рады были за тебя. Задали вопрос только, почему, что это такое тут было у тебя на волосах? Розовая прядка. Вот можешь сказать, что это? Уж очень много вопросов, реально, они не понимают, что это такое. Потому что когда на взвешивание, она прям полностью перекрывала твое лицо. Вообще, это как скрытое окрашивание должно быть, потому что у меня чуть пробор. Но я ношу прямой, поэтому она кажется, что как бы полностью розовая. Изначально, ну как... Гаснолюба, конечно, мне не разрешил такое сделать. Поэтому я сделала, чтобы было не сильно видно. Возможно, если бы не Гаснолюб, я бы полностью в розовую покрасилась. Но у меня тренер дагестанец, мне такое непозволительно. Сейчас вот все обсуждают ситуацию с боксом. Про женщину, да, вот эту, которая была... На Олимпиаде. Да, но, как оказалось, она реально была девчонка. Я почитала про это. Так, и, насколько я поняла, она выступала и на Олимпийских играх 2020 года. И как бы в этом не было никаких проблем, насколько я поняла. Просто в прошлом году ее дисквалифицировали на мире из-за того, что нашли XY-хромосому. Я про это тоже почитала. И, насколько я поняла, просто... Это именно болезнь такая, и что изначально она как бы девушка, и в принципе она и была женщиной всегда, просто, наверное, у нее есть какие-то проблемы именно вот в половом плане с гормонами. И как результат вопрос, если бы в UFC тебе предложили бы такой девушке встретиться, нет, реально, ты бы вышла, вот у тебя есть возможность уже сказать, нет, я не пойду. Либо реально это как-то вообще не по мне. Какой у тебя характер реально вот в этой ситуации? Ну, если нужно было бы, если бы мне нужно было бы через нее пройти, это было бы обязательно, то, конечно, наверное, бы я вышла. Вот. Но, конечно, хочется соревноваться с женщинами. Вот. И, насколько я понимаю, она женщина. Ну, видимо, она женщина, да. Потому что, если она выступала на Олимпийских, наверное, она там пролетела в 2020 году, поэтому не было такого резонанса. И просто сейчас она... Сейчас шутит, что, наверное, она за 4 года научилась боксировать, и сейчас это как бы так раздули эту тему. Вот, конечно, если она все-таки из мужчины перешла в женщину, то, конечно, не хотелось бы сталкиваться с таким. Но если она изначально женщина, то, наверное, ей самой не очень приятно слышать такое, и вот что это так раздуто.
Там же девушка, вот ее соперница снялась, она сказала, что первый удар пропустила, второй удар пропустила. Поняла, там что один был вроде бы. Один удар она только пропустила, и вроде бы говорят, что подозрение на, сразу на перелом носа. Как вам битва взглядов? Почувствовали уверенность или неуверенность наоборот? Ну не знаю, больше неуверенность. Чью? Ну нервничал наш соперник. Нервничал? Ну да. Видно, что для него это очень нервный поединок.